Продолжаем, ребзики, продолжаем, короче, да. Resident Evil Village. Хз, куда я иду, честно. А, вот, все правильно я вышел, правильно я шел. Ой, их там много. Ну, нафиг, слушайте, рисковать не стану. Что-нибудь должно упасть на нас, ну да. Предсказуемо. Ой, промазал. Ой. Кстати. Что-то я даже об этом не подумал. А ну-ка. 3000. Вау. Коммунист вылез, блин. Ой, этого раньше не было. Мать Миранда взяла ребенка. Какого черта? Гача. А, где еще? Слышь, Герцог, привет. Вам эта вещь знакома? Ну да, откуда у тебя она? 28 тысяч дороже, чем Димитреска, как его зовут? Черт. 15-ка тоже норм. Сколько он стоит? Да продаем, нафиг надо. А, мисс Энджи, какая прелесть. Фарфоровые куклы очень популярный товар. У меня есть новинки. Че по новинкам? По новинкам говно все. Блин, нет улучшений для вот этой штуки, которая у меня. Ай, ладно, давайте хпшку тогда улучшим, что ли, у нее. Урон. Это простая модификация, я быстро управлюсь. Ну, 1600. Кстати, все, я подумал, это... Пофиг. На тысячу. Подумал, что можем нафиг это продать. Не волнуйтесь, вы всегда можете его выкупить. Все это инвестиции и... Одну минуточку. Все, давайте будем интересных вкачивать. Интересных приключений. Спасибо. Будем вкачивать вот это только и все. Ой, стойте, да, конечно, надо проверить. Надо проверить колодца. Мы колодцы проходили мимо, а их можно проверять, оказывается. Ну да, слушайте, полезная вещь. Блин, можно наживиться. Давайте еще поищем, еще были колодцы. Да, вроде как. Ну, не здесь, где-то здесь были. 2-3 еще точно было.
А, вот. Отмычка, но как-то грустненько. А здесь нет. Ладно, думаю, можем валить. Тут еще был, но не помню где. Направо, что ли? Ну да, где-то. Ну и фиг с ним, короче, лень искать. А, ой, не, мы достали уже. Ой, отлично, а еще есть? Ой, хорошо-то. Ой, мы знаем, куда поставить. А, отлично. Еще, еще, еще. Никто не хочет. О, это мой чувачок. Не-не-не-не. Давайте ставим туда вот эту, в эту штуку. Пойдем обратно, хрен знает какой дорогой. О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Не знаю, оку продавать, не продавать, честно говоря. Ну вот скажите, зачем мне это? Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Стоп, а там? А там туда. Окей. Ну пока что так, эти. Пойдем, как бы. Ставим, посмотрим, что будет. Возможно, нам что-нибудь дадут. О, только сейчас заметил. Ха. О, а это что? О, класс. И это тоже ломается. Ну, удачненько сходил. Там, на правее, по-моему. Ну, туплю иногда, туплю. Ну, что поделать. Нет, стоп. Сюда. А потом направо, да? Сейчас я только проверю. Все. Мина. Мило. У-у-у. Дробовик. Как я его не заметил. Блядь. О, сука. Козёл, блядь. Всё, изич, лежи. Он такой огромный, испугался. Лучше убить его. Мало ли нападёт. Да вообще было бы жесть, просто. Нахрен надо. А, вот, слушай, правильно пришли, правильно. Ой, блядь. А что ты мне сделал, брата, брата? Ну все, что ты это самое? Вау, сколько это будет стоить? И все? Блин, ну вот это мы удачно просто. Слушай, какой урон у этого? 760? Ну...
два с чем-то раза меньше, чем у этого пистолета обычного, лол. Смысл вообще в других оружиях, когда есть пистолет такой, а? Вот нет, чтобы дать что-нибудь получше, типа вот, не знаю. Я бы этот продал, если бы был писик за 90 тысяч какой-нибудь, за 100? Даже если за 100. Но если бы он был прям хорошим, я бы все продал, взял бы писик там с уроном 3-4 тысячи, прям с удовольствием. Какой-нибудь полуавтоматический. Хотя бы. Был бы еще лучше, конечно. Но в целом и такое сойдет. Герцог. Ищите что-то конкретное? 30 тысяч! О, воу, воу, воу! Чудесно! Знаете, сколько стоит? Не волнуйтесь, вы всегда можете его выкупить. Нахрен вообще что-то еще нужно, блин? Винтовка вообще нахрен не нужна. Подбирая себе оружие, будьте внимательны. Ну, видимо, это тоже. Хотя я не знаю, не уверен. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Ну, все вот это говно. Неужели нет ничего лучше этого пистолета, который у меня сейчас? Две тысячи почти! У меня 100 тысяч тупо налетело, просто так, суки! А, все хорошо, я закончил. 1900 урона! Обосраться. Спасибо за покупку, сэр. Да ты слушай, вам ты это... что-нибудь подсказать? Да, конечно, нахрен мне этот дробовик нужен. Я подумал, нафиг мне он нужен, нафиг мне он нужен. Отлично. Удивлен, что вы так легко с ним расстались. Да, конечно, ты видел пистолет этот. Ах, мне хоть что-то вообще нужно, кроме него. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Да мне... А, не, я все продал. Или нет, или да. Короче. Ой, рату тебе. Ау. Ты подстрелил меня. Ёбаный. Давай, через сколько? За два. Два удара, три удара. Окей, давай, три. Три удара. Три удара и все. Отличный пистолет. Три удара и псина мертва. Что еще, блин, нужно от этой игры? Топовый пистолет, просто топовейший. Да блин. Боссами можно разбираться за несколько минут, ну за несколько секунд, за 15-20 там. Со стрельбой.
застрелить их просто с таким-то оружием. Жесть. Ой, мы здесь были. Помните? Или не здесь? Или здесь? Или здесь, да, здесь. Ну давай, иди сюда, я теперь вас не боюсь. Что такое? Что такое? Хрень не было. Что это за хрень? А, как мило. А сцена? Или не касана? Ой, ой, это плохие. Какой-то прогнивший. Так. Ребятушки, а вы подписывайтесь, лайк, с вами, подпишитесь, мы точно пока, не знаю, какое время прошло, наверное, хватит на один выпуск. Всем удачи, всем пока.